Дебетовые и кредитные карты прочно вошли в нашу жизнь, упростив нам денежные переводы, покупки и оплату коммунальных услуг. И в отличие от наличных, если вы вдруг потеряете банковскую карту, то спасти свои деньги получается почти всегда. Главное при этом быстро отреагировать и следовать определенным инструкциям. Когда вы получаете карту, вам нужно получить алгоритм действий на такой случай. Вы когда берете карту в руки, на обороте карты всегда написан номер телефона. Это номер телефона горячей линии банка, который вам выдал карту. Вот этот номер нужно всегда иметь под рукой. Номер горячей линии, которая работает круглосуточно, можно зафиксировать в записной книжке или ежедневнике. Но лучше добавить в список контактов на мобильном телефоне. Тогда он всегда будет под рукой. Нужно позвонить, представиться, вот, сказать, что вот такая ситуация, потерял карту, не могу найти. Как правило, банк предлагает заблокировать эту карту. Нужно вспомнить кодовое слово или какой-то там дополнительные параметры, которые вот банк спрашивает вас, ну, то есть, где вы работаете, да, или где вы живете, или номер паспорта. Но, как правило, спрашивают кодовое слово, которое вы должны запомнить и в стрессовой ситуации вспомнить. Если же заблокированная карта вдруг нашлась в кармане брюк или в другой сумочке, то ее можно разблокировать, снова позвонив в банк. Но если карту нашли и вернули вам, например, через объявление в соцсетях, то ее необходимо перевыпустить. Вот, это не значит, что вы потеряли деньги, да. У вас счет в банке в любом случае остался. Вот этот счет, к этому счету, может быть выпущена другая карта с другим номером, вот, и вновь будете иметь доступ к своим деньгам. Особую популярность сейчас набирают бесконтактные карты, которыми можно расплатиться в одно касание. Но важно знать, если вы потеряли карту такого типа и замешкались с ее блокировкой, то злоумышленник может расплатиться ей где угодно без введения пин-кода на сумму до 1000 рублей. Если у вас есть мобильный телефон, то обязательно подключайте смс-информирование или смс-сервис, чтобы вы знали о любых операциях по вашей карте. Мобильные банковские приложения помогают быстро переводить деньги с одной карты на другую, оплачивать кредиты и коммунальные услуги, где бы вы ни находились. Но хотя они защищены паролем, мошенники достаточно легко могут его подобрать. Если вы потеряли мобильный телефон, то точно так же блокируйте карту и информируйте банк, что вы потеряли мобильный телефон, где было установлено мобильное приложение. Вот, ну и банк дальше вам просто выдаст новый логин, пароль, может быть, перевыпустит карту в зависимости от того, что за ситуация. О том, как, оплачивая покупки в интернете, не попасть в руки мошенников и что делать, если вы вдруг нашли чужую банковскую карту, расскажем в одном из следующих выпусков программы «Жить легко».